Привет, я Руслан Усачев. То есть Стас Давыдов. В общем, первое видео прислал визор ДДДД4444. Если ты гусь, то советую промотать вперед. Потому что то, что ты сейчас увидишь, может задеть твои гусиные чувства. В целом все об этом говорит один топовый комментарий. О боже, лучшее видео, вообще реально, чувак. Все, мне нечего сказать. Следующее видео. Не могу не говорить. Если смотреть это видео больше часа, то можно узнать, какого цвета у Чака Норриса лобковые волосы. А если больше 2 часов, то у гуся сотрутся ноги. Вот так и случается, когда белый пытается добиться респекта в черном районе. Вот, допустим, ты такой обычный гусь. Идешь по району, никого не трогаешь, траву не топчешь. Тут тебя окружает толпа гетто-голубей. На клювах куски халата, только что бабушку сожрали. И они тебе такие: семки есть? А ты им такой: каждый день топчу асфальт. Это видео символично изображает гуся, спасающегося от резидентов у пячки. Самое забавное, что это всего лишь несколько зацикленных кадров. Вот же расходится всякое дерьмо в этих наших интернетах. Ну что же, ждем 10-часовую версию, а то задолбало реплей давить. И это хорошо. Возможно, сейчас буду неправ, вы не обессудьте. Я не со зла, просто осмелился предположить, что нашлось видео, которое может заменить созерцание футбола. Его длина всего 5,5 минут, но зрелище захватывающее. Мою машину также колбасит. Когда я туда закидываю свои 2-недельные носки-бумеранги? Да, кстати, мужик туда бросил не красную кнопку, а какой-то аккумулятор. Какой фирмы эта машина? Такую же хочу. А вот тут за нее уже становится страшно. По-настоящему страшно. О, а вот так выглядела одна моя знакомая, когда узнала, что выходят новые «Сумерки». Только из-под машины масло не течет. Вот из-за такого обращения со стиралками будет восстание машин. Стиральных машин. Знаю, это у R2-D2 приступ эпилепсии. Здравствуйте, сервисный центр? У меня стиралка раздолбала себе корпус, у нее выпал барабан, катается по полу и гоняется за моей кошкой. Так и должно быть. Вот бы все стиралки были такими преданными и крутились до конца. Ее получается добить только абсолютным оружием, кинув в барабан кота. Да ладно, можете рожать то, что вас защемило. Это был не кот, а какая-то железяка. Да, без истерик, а то знаю я вас. Защитники животных и Стива Джобса. Знаете, не хватает только одного. Вылить туда бетона. Бетономешалка! Мешает бетон! И это хорошо. Последнее видео прислал Frame of Mind. Говорят, в Советском Союзе не было секса и рок-н-ролла. Зато с наркотиками, судя по всему, все было в порядке. Что постоянно подтверждает не только советская мультипликация, но и советский кинематограф. Так что задержите дыхание на 10 секунд. Вас ожидает глубокое погружение в омут советского сознания. Хочу смеяться 5 минут! Беда. Какая актерская игра, какие искренние эмоции. Так и вижу в этом пацане школьника, который собирается смотреть новый выпуск This is Хорошо. Хочу смеяться 5 минут. Хочу смеяться 5 минут. Вообще, вся эта система с ершами в подмышках выглядит сомнительно. Было бы логичнее, если бы он говорил что-нибудь вроде: хочу красиво причесанные подмышки. Вот так в Советском Союзе представляли себе развлечения будущего. Абстрактно, но в чем-то режиссер прав. Заходишь ты в интернет, например, и... Хочу смеяться 5 минут! Включает твоя бабушка кривое зеркало и... Хочу смеяться 5 минут! Приходишь ты такой к местному дилеру и...
Ладно, это уже лишнее. Кто вообще показал этому актеру, как надо смеяться? Да у девушек с имитацией лучше. Такое ощущение, что из сиденья кресла еще один ёршик торчит. Он так требовательно говорит это свое «хочу смеяться 5 минут». Вот представьте себе, подрастет этот парень, подойдет такой к девушке и... нет, тут запикивать придется. И это хорошо! А вопрос прислал Торнай13. Что вы делаете в моем холодильнике? Свои интересные ответы оставляйте в комментариях здесь на Ютубе. На этом все. С вами был Стас Давыдов. Подписывайтесь, ставьте лайк, а видео на обзор присылайте вот сюда, в раздел «На обзор». Итак, что вы делаете, когда не выщипали брови? Кто залезает ментам на машину? Голый мужик! Кто демонстрирует всем свои яйца? Голый мужик! Кто залезает ментам на машину? Голый мужик!